Это одноэтажное нежилое здание по улице Красноармейской. На первый взгляд, ничем не примечательное. Мало кто из жителей Октябрьского района и Новосибирска мог представить, что оно способно угрожать здоровью и даже жизни горожан. До недавнего времени здесь была незаконная автозаправка. Теперь по решению суда ее снесут. Практика по продаже до последнего времени продолжалась. Буквально 12 мая мы совместно с прокуратурой провели проверку. Изъяли торговое оборудование, баки, насосы, шланги. Снос осуществляется на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района в связи с реальной угрозой возникновения пожара. Принято главой района решение о сносе в принудительном порядке. Заправку закрыли месяц назад, однако в воздухе до сих пор ощущается запах бензина. В классических АЗС резервуары с горючим размещают под землей. Однако в таких автозаправках, как их называют, мобильных, баки нередко ставят прямо в помещение. Это прямое нарушение правил безопасности. Вопросы вызывает и качество бензина. К тому же расстояние между АЗС и жилыми домами не соответствует положенным 40-50 метрам. Всего одна искра может привести к неприятным последствиям. 27 нарушений норм противопожарной безопасности по этой точке. Успешная практика складывается судебная на территории Октябрьского района. Уже получено 8 судебных запретов о продаже и торговле автомобильным топливом в неустановленном месте. Судами назначаются судебные штрафы в размере 100 тысяч рублей за каждый факт. По Красноармейской 175 будет первой практикой. Мы постараемся взыскать еще дополнительный штраф помимо административной судебную неустойку за реализацию бензина в неустановленном месте. В прошлом году возбудили 53 дела в отношении незаконных автозаправок. Работа продолжается и теперь. За соблюдением закона следит прокуратура.